Началось посещение администрации с голосования. Ребятам дали возможность выразить свое отношение к чиновникам администрации. Молодых людей попросили ответить на вопрос «чиновник это?» и 6 вариантов ответов – от коррупционера до человека, помогающего людям. Знакомство с историей Сургута – обязательный пункт программы посещения администрации. Ребятам рассказали об основателях города, познакомили с атрибутами и символами власти. Оказывается, Сургут с начала своего образования был важен для экономики страны. И тогда, в 16, 17, 18 веке, город Сургут поставлял в казну России мягкое черное золото. Здесь водился черный лис. Шкурки черного лиса ценились больше, чем сибирский соболь. Председатель территориальной избирательной комиссии города Светлана Гаранина рассказала гостям о том, какими бывают выборы. Молодые люди скоро станут полноправными гражданами, достигнут совершеннолетия и получат право избирать и быть избранными. Вам исполнится 18 лет, сможете попробовать себя в составах участковых избирательных комиссий. Мы приглашаем вас. Это я вам говорю со всей ответственностью. Экскурсантам вручили информационные памятки, показали специальный фильм, посвященный работе чиновников, и продемонстрировали официальный сайт администрации. Ну а главным событием дня открытых дверей стала встреча с главой города. Дмитрий Попов предложил задать любые вопросы, пригласил ребят принять участие в весенней уборке города и посоветовал не быть равнодушными. Давайте будем делать замечания все мы, здесь присутствующие, тем, кто мусорит в нашем городе. И тогда город станет еще чище. Но, к сожалению, то, что мы собираем за зиму, и вот сейчас после таяния снега на наших перекрестках, газонах проявляется, ну, я не думаю, что это инопланетяне прилетают и приносят сюда мусор. Это мы с вами. Экскурсия очень была замечательная, хорошо организованная. Теперь я думаю, что все ученики нашего класса будут более интересоваться вот этой информацией. Голосование провели не только до, но и после экскурсии. Результаты показали, что после дня открытых дверей ребята стали больше уважать работу чиновников. Артем Высоцкий, Константин Алиев, Сургут, Интерновости.